Рабом родится человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет, зачем он тек долины чудный слез, страдал, рыдал, терпел, исчез. Это стихотворение прекрасного русского поэта Константина Батюшкова, перед смертью сошедшего с ума, прекрасно описывает все, что вы видите на этом натюрморте Бернардо Легоци. Но о том, зачем Легоци нас пугает, можно прочитать в описании к видео. Ну и вообще, вы же знаете, что живопись – это приключение.